Положение сегодняшнего дня. Брюки Гринсборо. Каждый второй образ женщины начинается с базовых брюк. В гардеробе модницы должно быть очень много, несколько пар базовых брюк. Это точно, потому что основы для гардероба много не бывает. Брюки Гринсборо – ваша находка и выбор более 5000 телезрительниц, оценивших идеальную посадку, безупречный силуэт и высокое качество брюк. Не упускайте возможность пополнить свой гардероб именно сейчас самой необходимой вещью на все 4 сезона. И я передаю слово нашему стилисту, нашему любимому Миколе Комендрову. Микола, расскажи про эти брюки. И брюки Гринсборо сегодня врываются в 2023 год для того, чтобы вы красивой, уверенной походкой шагнули. А что вам поможет? Это, конечно, стильные брюки в стиле монохром. Отсутствие принтов, ярких, пестрых рисунков создает правильность вашей базы. Ведь эти брюки в базовых впишутся в любой ваш гардероб, если будут сочетаться с любыми жакетами, блузами и, конечно же, безусловно, какими-нибудь мягкими теплыми свитерами. Данные брюки выполнены на основе вискозного полотна. Это костюмная ткань, поэтому вам будет в ней приятно ходить все 365 дней в году. Поэтому цену 1299 рублей смело делите сразу на эту цифру и получите практически минимальное копеечное сочетание, когда вы можете выходить на улицу и выглядеть как королева. Да, это здорово выглядеть, уверенно себя чувствовать, прекрасно смотреться и при этом экономить, потому что все 4 сезона вы будете их использовать. Поэтому наша рекомендация — выбирать сразу 2 пары брюк. Это точно, это выгодно. Цена только сегодня 1299 рублей. Ну и давайте еще и цвета с вами выбирать. Мне нравится, что у нас есть очень яркие, сочные оттенки. Вишневый оттенок у нас будет называться в заказе. По факту это главный цвет уже 2023 года, который наступил. То есть Viva Magenta рядом с вами, поэтому те, кто любит тренды, выбирают для себя именно оттенок года. Кстати, это безопасно, ведь красный цвет будет у ваших ног, а не к лицу, поэтому для вашего внешнего вида это никак не повлияет. Кто-то выберет для себя вот такой красивый оттенок хаки. У нас, например, наша соведущая Наталья Винтер, вот она очень часто приходит на работу в таком оттенке брюк. Вот это ее любимые брюки. Темно-синий цвет, один из классических офисных именно образов, хорошо сочетается с любым пигментом оттенка. Еще не менее классический и часто применимый даже в вечерних и образах на ковровую дорожку, это у нас с вами черный оттенок. Да, выбирайте для себя цвета, они основные есть, есть яркие, чтобы добавить яркую краску в вашу жизнь. Итак, 1299 рублей, цена только сегодня. Это новогодняя ярмарка, специально для вас. При оплате карты скидка 5%, и цена будет 1234 рубля. Размерный ряд у нас от 46 до 60. И наш волшебник Микола Комендров подскажет, как идеально заказать дистанционно. Данные брюки мы смело можем забирать размер в размер. Для вас я сделал замер 52 размера. И хочу сказать, в талии он соответствует параметрам 104 сантиметра. А в зоне у нас с вами, точнее, данные брюки у нас с вами соответствуют параметрам 82 сантиметра по талии. При этом резинка идет с припуском, с прибавкой еще на 5 сантиметров. То есть по факту талия в 52 варьируется между 52 и 54. А вот по бедрам брюки в 52 склонны даже уместить бедра и 56. То есть они достаточно мягко и хорошо подтягиваются за счет костюмной ткани на основе вискозы и самого кроя. Поэтому брюки являются безопасными. Цвет хаки в 50-м вы видите на Ксении. И в 54-м вы видите на нашей очаровательной Ольге. Хочу сделать комплимент нашим девочкам. 5 дней праздников новогодних, а у них даже лишних килограммов нет. Или брюки такие волшебные. Тоже есть такой вариант. Так, а тебе, тебя вот сейчас после эфира задушат, а меня нет. Да? Девчоночки, без обид. Просто это, видимо, я о себе, да? Тут, как говорится, я про себя. Итак, брюки Гринсборо, 1299 рублей. Цена только сегодня. Вот, дорогие мои, раньше у меня была такая идея. Мне хотелось брюки с деталями, какие-то особенные. Прихожу домой и понимаю, а верх-то подобрать не могу. Я люблю акцентный верх. Понимаешь? Да. А вот мои видел брюки синие, вот как раз их
однотонные, монохромные, я ношу и только меняю верх. Так удобно. Вот что значит базовые, да, брюки? Да, базовый гардероб – это то, что не имеет яркого принта, имеет классическую форму и очень хорошо внедряется в любой другой образ. Mm-hmm. То есть вы можете одеть даже блузу с перьями, и эти брюки будут вписываться здесь идеально. Вы оденете теплый свитер, может быть, который связала мама или бабушка, он тоже будет идеально сочетаться с брюками Гринсборо. Вы можете надеть эти брюки с любой полуботинками, туфлями, кроссовками, различными сандалиями, если это будет летний период, или мокасинами. Брюки снова впишутся в ваш гардероб. Брюк никогда не бывает много. Брюки базовые – это всегда палочка-выручалочка, угу, потому что образ можно всегда сменять. Ну и, конечно же, так как женщина все-таки является такой динамичным органом в любом сообществе мира, да, женщина очень много сейчас решает, и многие даже профессии давно уведены в женские из мужского, да, поэтому, конечно же, брюки здесь всегда доминируют. Вот представляете, вы будете менять только верх, а подруги будут вам говорить: вау, у тебя опять новый образ. То есть в целом считывать, что вы тратите каждый раз на себя очень много. А вы сегодня взяли по цене, которая действует для вас, 1299 рублей. Подбирайте свой размер. У нас есть отзывы. Светлана Николаевна пишет: замечательные брюки, купила уже две пары, очень комфортные, ношу каждый день, довольна. Спасибо огромное, Светлана Николаевна, что пишете отзывы. У нас уже более 5000 покупательниц оценили эти брюки. Поистине, каждая пятая покупательница заказывает и выбирает для себя брюки. Ну, потому что это основа. Это та база, которую мы носим действительно каждый день. И вот чтобы носить каждый день, чтобы они служили долго, какого качества, Микол, должны быть брюки? Ну, во-первых, брюки, которые являются все-таки таким, знаете, наименованием костюмная ткань, должны быть выполнены из неплотной и в то же время не тонкой костюмной ткани. Здесь хороший пал выбор именно бренда на создание изделия именно из материалов такой пористой фактуры. Пористая фактура, во-первых, матирует и скрывает недостатки, выглаживает силуэты, не придает им рельефности. И плюс такая конструкция и оттенок брюк всегда придает образу больше люкса, потому что слишком сатиновые, иногда чересчур какие-то синтетические блестящие ткани, они прям выдают дешевизну. Здесь брюки выглядят очень эффектно. Ну и, конечно, крой. Крой построен так, что брюки сидят не узкими в щиколотке, что делают их визуально меньше. Не обтягивают икру, поэтому не показывают, плотная она или тонкая. Также не показывают объемы, например, если вы полненькая, в зоне колена, и, конечно, выглаживают бедра. Особенно это касается дам, которые часто пытаются хоть как-то спрятать вот эти вот бедерные ушки. Тут будет красота, посмотрите, идеальная посадка, безупречный силуэт, ну и комфорт. Вы здесь идеально себя чувствуете и идеальный баланс. Повторяем для вас специально, чтобы вы определились цветом. Темно-синий в наличии, хаки, посмотрите, какой опять же спокойный, вы можете такой выбрать для себя. Черный, вот она классика, пожалуйста, выбирайте и меняйте только верх. И вишневый цвет – это мой выбор для ярких, для сочных девушек. Успейте выбрать для себя главное предложение дня.